Всем доброго дня! Как хранить свеклу зимой в погребе? Урожай собран, и пришло время подумать, как же сохранить его как можно дольше. Мы подскажем способ хранения свеклы в помещении в специальных деревянных ящиках. В каждом ящике предусмотрена тканевая основа для того, чтобы торф, опилки или песок не высыпались. Высыпаем торф на дно ящика в толщину 2-3 см. Далее добавляем вспученный вермикулит, который поглощает влагу и уменьшает уровень отходов. При этом сохраняются все вкусовые качества и пищевая ценность овощей и фруктов. Свекла без механических повреждений, заранее просушенная и очищенная от комков земли, закладывается в ящики послойно, перекладывая каждый ряд плодов торфом и вермикулитом. Укладываем корнеплоды свеклы, не соприкасаясь друг с другом. Самые лучшие условия для хранения свеклы – это подвал или погреб, где темно, температура от 0 до плюс 2 градусов, уровень влажности составляет 90-92% и присутствует естественная циркуляция воздуха. Предлагаем приобрести ящики для хранения овощей и фруктов. Наши мастера подготовили для вас целую коллекцию на выбор, в одном из которых имеются подставки для хранения бутылок вина. Удачных вам покупок и долгого срока хранения урожая!